Ифтахов Рустам Сиринович, предлагаю вам продуть алкотель. Согласны продуть? Да, Диген. Нет. Officer, whereabouts is the closest bank? It's one round the corner. Alright, cheers, thank you. Oi! Oi! Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, большая половина жизни уже прожита. Опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Подает, а? Сейчас такая у нас забава на охоте. Коснуться пачки рукой. Да, кто коснется, тот проиграл. Задать, а вытянуть руку, не касаясь пачки. Давай. Все, вытягиваешь, выигрываешь, баб, вообще не вопрос. Офигеть! Нет, это просто мое чисто внешнее мнение. Я ни в коем случае не пидор. Меня вообще секс не волнует совершенно. Почему? Нет, мне просто чисто внешне эстетически нравится. Я художник, дизайнер, модельер. Я живу, у меня своего дома нет, я сейчас живу, и будем снимать комнату, у меня есть Кент, ну, Карифанов, Андрюха. Сейчас до него тоже не дозвониться. Он так же ходит? Ну, он в леггинсах ходит тоже, ну, в леггинсах, и шкурка женская. Ну, он тоже, в принципе, у него такой, Андрюха, хороший парень.
ведра достаем, что положили? Ведро? С ведра достаем, что положили туда. Давай. Давай, давай быстрее. Раз уже, блядь, вычислили, да достала, пошла, заплатила, блядь. А что тише-то я за эти, блядь, бабки горбачу, блядь, с утра до вечера, нахуй. Что ли? Охуя! Тебе Белебеевскую, значит, мало, блядь, было. Нет. Ты решила, блядь, семейный круг тебе заебеть, да? Я Белебеевскую вообще не брала. Да нет, ну, конечно, камеру, блядь, камеру смотрели, нет, сидели. Нет, вообще не брала. Давай быстро взяла и... О, девочки мои хорошие, главное помните, что оставайтесь самими собами, самими собими. Собянинцы. Блять. Про что сейчас говорю? Вы пьете? Нет. Вообще не пьете? Вообще нет. Свет. В рот не берете? В каком смысле? Взял веревку? Да. Вот это видео. Держишься? Держишься. Подожди. We met, open the window! No, I can't breathe!
работы. Утром, после ночной смены, наблюдаю такую картину. Вот такую вот. Это вот так у меня муж отдыхает, пока жена на работе находится. Видно, до кровати мы не дошли. Решили скинуть микроволновку и лечь на стол на кухонный. Так, наверное, удобнее спать, я так полагаю. Один гриб только грибной выжил. Чайный, то есть. Ну, это вообще... Приехала девушка на развал, говорит мне, говорит, поставьте, говорит, зимний развал. Я говорю, так вам сначала надо поставить зимнюю резину. Она говорит, это зимняя резина. Специально у меня, говорит, машина на автомате, говорит, поэтому, говорит, здесь написано автомат. Я говорю, а как вы определили, что она зимняя? Она говорит, вот, метель, говорит, плюс снег. Я сказал, что это не так, она говорит, ни хуя, говорит, здесь написано метель плюс снег. Ну я ей когда сказал, что это написано с мая по сентябрь, она охуела. Твою мать, ну кто, блядь, насал в тапки, сука? Где этот уролог, блядь? Поймаю, сука, не знаю, что сделаю. Иди сюда, блядь! Бегай там, крутись то. Стекло не попади. We got it.
That's what it means. Another one. These kids should be.